Сегодня мы будем говорить о мире Божьем и о мире дьявольском. То есть, другими словами, чем различается мир Божий, им сотворенный, от искаженного сатаной мира сего? По существу, как мы уже сказали раньше, это один и тот же мир, один. Только сначала это мир совершенный, такой, каким он вышел из рук Творца, а другой – это мир больной, пораженный ударом дьявола. И это оказалось действительно ударом, даже чисто физическим, в том смысле, что ударенный мир вот теперь летит во все стороны в бездну. Вот давайте теперь обратимся к нашей православной символике. Когда в преддверии Великого Поста мы слышим пение «На реках Вавилонских, там о седохом и плакахом внегда вспомянуте нам Сиона», тогда перед нами предстает во всей своей трагичности эта разница. Разница между Вавилоном, с одной стороны, и Иерусалимом, с другой. Землей пленения и святой землей обетования. Это мы видим уже даже в нашем мире. Два этих мира. Даже в нашем падшем мире, даже в нашей разлетающейся вселенной мы видим вот два этих символа. Вавилонское пленение символизирует духовное рабство князю мира сего. Святая земля обетования – Царство Христово. Но в изумительном вдохновении псалмопевца эти два царства перемежаются до такой степени, что напряжение нарастает. И, слушая эту песнь, ты не знаешь, какому же царству ты принадлежишь сам. С одной стороны, казалось бы, святая любовь к небесной Родине. Как нам петь песнь Господню на земле чужой, если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя? Это с одной стороны. Но с другой, нахлынувшая волна чувства мести за содеянное зло, с такими словами: «Припомни, Господи, сынам Эдома», то есть вавилонянам, «день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его, Иерусалим. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Какой жуткий призыв к Иродову детоубийству. Впору самому князю мира сего, Велиару и исчадию его Вавилону. Какая жуткая смесь одного и другого в одном и том же песнопении. Какая по существу, фактически, победа князя мира сего во всем этом. Так было в Ветхом Завете, в еще неискупленное время. Ветхий Завет был только эволюция, только подготовка, только известное направление. Но и в нем были вот такие моменты. То же самое песнопение в контексте православного богослужения оказывается теперь провозвестником совсем другого, противоположного духа. Вавилон – это символ всего этого зла. Вавилонское пленение – символ порабощения греху всякому, в том числе и мести. Вавилонские младенцы – символ первых зародышей, помыслов, возникающей в душе греховной страсти, которую символизирует дочь Вавилона. Дочь Вавилона – это страсть. Любая. Так читали этот псалом и толковали его своим очищенным сердцем новозаветные святые, достигшие высоты Царства Небесного. Вот она, существенная разница между двумя царствами. Дочь Вавилона –
символ страсти мести, исторической мести к исторической дочери. Но теперь, в христианскую эпоху, она получает полное всепрощение и, символизируя месть себе самой, чудесно этим спасается. Именно в таком смысле и только в таком поется это песнопение на православном богослужении в Великом посту и в подготовке к нему. Как тонко христианские подвижники повернули оружие дьявола против него самого. Но так оно на земле. А как же на небе? Об этом апостол Павел говорит так. «Мы проповедуем мудрость не века сего, но премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это из первого послания апостола Павла к Коринфянам, глава 2, стихи от 6 до 9. Разница в том, что мир сей века сего, а Царство Божие прежде всех век и в конце времен, то есть вне времени, или, вернее, над временем, и вне пространства, или, вернее, над пространством. Время, оторванное от вечности и, по выражению Бердяева, разорванное грехом в самом себе, оказалось в соотношении с материей и энергией по формуле Эйнштейна в этом мире тем, что дало основу для временного бытия в мире сем с целью по промыслу Божию, по эволюции божественной, дать возможность человеку и самому миру в процессе эволюции и, стало быть, в процессе покаяния и совершенствования путем постепенного развития вернуться в потерянный рай, в том числе и в социальном отношении на земле, но только не без Бога, а с Богом. А каков же этот рай сам в себе и до грехопадения, и после всеобщего восстановления, и сейчас, там, на небе? Интересно, что одно из самых значительных описаний этого иного мира дает не христианский, а языческий философ Плотин. Правда, Плотин жил уже в христианскую эпоху, в 3 веке нашей эры. И трудно себе представить, что никак не встретился и никак на него не повлияло уже существовавшее тогда в Александрии, где жил Плотин, христианская философия. Сам Плотин, как и все им основанное движение неоплатоников, это точно известно, оказали сильное влияние на христианскую богословскую мысль. И хотя Плотин спорил с христианством, отрицая боговоплощение и значение Христа в истории, потому что просто не понимал этого, но его философия, и в частности восприятие Царства Божия, мира иного, так сильно повлияли на Писание, что приписываемый Дионисию Ареопагиту, ученику апостола Павла, и через него на все последующее христианское богословие как на Востоке, так и на Западе, до такой степени повлияло, что эти ареопагитики, так называемые писания, вот эти, которые фактически в окончательной редакции были в V веке, они стали основой христианского так называемого апофатического богословия. Апофатика – это значит подход к Богу и к богословию с отрицательной стороны, то есть Бог невидимый, непостижимый и так далее. Отрицательное определение того, чего мы не можем достичь. И поэтому и тайный, таинственный. В этом смысле Плотина, так же, как и его великого предшественника и вдохновителя Платона, и вифлеемских астрологов и мудрецов Востока, пришедших с вифлеемской звездой в Иерусалим, недаром называли дохристианскими евангелистами, потому что они поняли и почувствовали мир иной, который нельзя описать
земными словами, как сказал апостол Павел. То есть можно только богословствовать апофатически, а не катафатически по-гречески. Значит, не положительными определениями, а только отрицательными, только тем, что таинственно. И вот как изображает рай в своей философии Плотин. Все там красота. Это не внешняя и не плотская красота. Это красота умопостигаемая, соединяющая всех и все с ее источником Богом. Там нет никакого разделения, как на земле. Там единство в любви, и целое выражает частное, а частное выражает целое. Такова краткая формулировка созерцания Плотином рая. Через много веков после него наш почти нам современник Достоевский сказал, что красота спасет мир. Красота выражает и гармонию, и соответствие частного и целого, и равновесие между ними, а во взаимоотношении людей между собой – любовь и радость. Это то, что спасет изуродованный грехом и дьяволом мир, даст ему вместо уродства божественную красоту. Но вот видите, как формулировал это Плотин. Краткая формулировка его созерцания. Красота и в падении мира не ушла из него насовсем. Она все еще на небе, и голубом, и звездном. Она все еще в лесах, полях, горных вершинах, в лике Христовом и лицах святых, в их лучезарных, проникновенных взглядах, отраженных человеческим искусством на ликах икон. И центр всего – красота Христа, и духовная, внутренняя, и внешняя, телесная.